Здравствуйте, друзья! Сейчас мы с вами посмотрим, как настраивается универсальный пульт TV-139F. Данный пульт настраивается очень быстро и очень просто. Первый способ настройки – это ввод кода из таблицы. Для этого зажимаем кнопку Set и кнопку Power и держим, пока индикация не загорится красным светом ярким. Но она загорается сразу, поэтому вводим код. Допустим, код 123. Ввели код, индикация погасла, код принят, проверяем пульт на телевизоре. Если телевизор не реагирует, вводим следующий код для этого бренда. Кодовый лист для этого пульта находится на нашем сайте. Я прилагаю ссылочку в этом видео в описании. Вы можете по ней перейти и ознакомиться с кодовым листом по брендам. Второй способ настройки данного пульта – это ручное перелистывание кодов. То есть у этого пульта есть большая встроенная база с кодами под различные телевизоры. Вы можете вручную их всех перебирать. Для этого зажимаем кнопку Set и держим ее, пока не загорится ярко-красным светом. Кнопка загорелась. После этого вы нажимаете кнопку «Громкость плюс». И каждый раз, нажимая эту кнопку, у вас будет перелистываться код следующий, 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 следующий. Внимание на тестер. Как видите, меняется система, меняется микросхема, меняется код кнопки. Каждый раз он подает команду на увеличение громкости под разные пульты своей базы. Как только на вашем телевизоре появится значок увеличения громкости, вам необходимо эту процедуру прекратить и нажать кнопку Set один раз, чтобы выйти из режима. Далее проверить все остальные кнопки, все ли хорошо, все ли работает. И третий способ настройки данного пульта – это автопоиск. Мы зажимаем кнопку Set и держим ее. Держим долго, не отпуская, направляя на телевизор. Направили на телевизор и ждем. Пульт начинает перелистывать базу кодов свою по порядку. Внимание на телевизор, только появится значок увеличения громкости на экране, вам необходимо сразу же кнопочку эту отпустить, код зафиксируется и проверить все остальные функции. Вот таким образом этот пульт настраивается. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.